Ребят, думаю, жители столицы согласны с нами, что летом нужно отдыхать, потому с удовольствием расскажут, как же лучше провести долгожданный отпуск или летние каникулы. Пойдем узнаем. Как собираетесь проводить каникулы? Ну, искать работу, да. А я только устроился на работу, хватит отдыхать. То есть лето вы будете проводить на работе? Ну, в июле съезжу на концерт Скриптонита. Добрый день. В отпуск собираетесь? Не надо. А на летние каникулы? А как думаете, как лучше всего провести отпуск? С семьей, на отдыхе. Куда бы вы посоветовали поехать? Вы знаете, у нас в черте города тоже очень много прекрасных мест. Например, расскажите нам, куда можно поехать у нас в городе? У нас замечательные лагеря есть. Миринешты, например. Мы приехали к бабушке в гости. А что потом? Потом домой едем. Ну, ехать на дачу, отдыхать. Все, значит, собираюсь уже в отпуске. Уже в отпуске. Как его проводите? Первый день, еще только планы. Собираетесь как-то проводить летние каникулы? Да. Да. Куда собираетесь? На море. В лагерь. В Турцию. В лагерь. Как планируете проводить лето? На Мальдивах. Серьезно? Серьезно. Пожалуйста, можно и к нам, очень хорошо, можно отдохнуть. Вы были у нас в Каменке? Нет, не была, но наслышана. Отдых у нас в Приднестровье не рассматривали? Рассматривали. И куда бы? Место, здесь что остается, если на водичку пойти. А про Каменку слышали? Конечно. Были там? Нет. Хотите? Хотелось бы. Поедете? Может быть. Вы куда собираетесь летом? Сначала доучиться, потом устроиться, может, на работу. Но ведь летом не хочется работать. Ну, кому как. У кого какие цели в жизни.